Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, владельцем Kia Sportage. Ну, у меня второе поколение, да, это 2009 год выпуска автомобиля. На других, может быть, немножко по-другому. Расскажу про интересную особенность, так называемую недокументированную функцию, да, секретик небольшой, который позволит зимой лучше как бы очистить дворники, да, от обледенения, вот, и предотвратить их примерзание в жабо. Вот. А, значит, вот если вы посмотрите, как у меня дворники стоят, видите, высоко. То есть, ну, эта функция, она как бы не описана в руководстве, но тем не менее может оказаться полезной, потому что нет подогрева зоны дворников как таковой на этой модификации автомобилей. Вот. И значит, как это делается? То есть, ну, как известно, есть вот переключатель режима в дворниках в автомобиле. Вот, то есть мы нажимаем, разные режимы есть. Есть режим вот вверх, это разовое, да, как бы движение. Есть разные режимы вниз. Одна скорость, вторая скорость. Все, дальше уже не идет. Вот. Режим выключен. Вот сейчас выключен у нас. Значит, вот этот вот разовый режим, он позволяет, вот если кратковременно сделать вот такое движение. Вот, сейчас я вот из нулевого положения. Вот, если я резко нажимаю и выключаю, то дворники остаются, видите, в каком положении. Дальше, если мы нажмем, они пойдут и встанут в исходное положение. Вот. То есть, еще раз повторю, это не баг. Ну, может быть, баг, но как бы полезный баг. Вот. Работает не на всех, на Kia Rio я пробовал. На Kia Rio это не работает. Вот, нажимаем коротенько, да, дворники вышли. Причем можно как бы их еще, то есть, они в двух положениях могут. Вот, чуть повыше, то есть, в зависимости от длины, но длины вот этой вот как бы вот этого действия, да, то есть если коротенько совсем, ну вот в принципе сейчас далеко достаточно вышли, вот это вот как бы оптимально. То есть я вот советую зимой вот дворники оставлять в таком положении, то есть они в этом случае там не замерзнут у вас, вот, их не заметет. Вот, и при включении машины, да, то есть воздух из печки, он будет подать, и соответственно они будут отогреваться и будут работать нормально. Вот такой вот маленький секретик. Пользуйтесь на здоровье. Но, к сожалению, возможно, это не на всех машинах будет работать. Может быть, на каких-то еще Kia будет работать. Проверяйте. Вот. Я случайно совершенно обнаружил этот баг, то есть как бы эту функцию. Просто вот иногда пользуюсь вот этой функции разовой очистки. Вот. И вот иногда получилось, как-то получилось нажать вот так коротенько, и вот обратил внимание на эту функцию, стал пользоваться. Все, всем пока, спасибо за внимание.